Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от радости и счастья захватывает дух. Так считают организаторы инициативы «Вместе подарим улыбки детям», которая, к слову, уже 3 года, но ее география со временем только расширяется. Если раньше участниками торжества были исключительно брестские особенные ребята, то сегодня главные на празднике 30 мальчишек и девчонок из Жабинковской специализированной общеобразовательной школы-интернат. Мне нравится на такие мероприятия собираться. Почему? Потому что там много веселья, друзей, много всякого нового можно узнать. Думаю, что будет очень интересно, весело. Вот если не считать день рождения, то это первое мероприятие в городе Бресте у меня. Я ожидаю вообще прежде всего каких-то новых впечатлений и какого-то разнообразие, что ли, в однообразную скучную серую жизнь. Герои популярных мультфильмов, два веселых миньона из «Затейни Грю» отвлекали ребят от повседневности как могли. Множество веселых испытаний, конкурсов, театрализованные сценки, песни, танцы, сладкий стол, вручение подарков. Как же просто быть счастливым в обычный будний день, а не только по праздникам. Люди иногда забывают, что в будничной суете о детях, которым трудно, больно, тяжело, но они среди нас живут. И мы хотим сделать хоть маленький праздник для таких малышей. Детям важно, им важно именно такие мероприятия, они присутствуют, они время проводят, они интересуют, они разговаривают с людьми, общение, для них это важно. Получить порцию веселья – это, конечно, здорово и незабываемо, но вот не менее важно постоянно учиться и приобретать новые знания, даже на отдыхе, считают инициаторы благотворительной акции. А потому урок финансовой грамотности пришелся как нельзя кстати. Каждую весну во всем мире проходит неделя финансовой грамотности, цель которой – познакомить детей с ее правилами. Такую возможность не упустили сотрудники Брестского отделения Беларусьбанка. Мы понимаем, что дети и молодежь – это наше будущее, будущее нашей страны и, конечно, потенциальные клиенты Беларусьбанка. И поэтому мы хотим, чтобы дети понимали, что Беларусьбанк всегда может предоставить им поддержку и помощь в выборе в дальнейшем каких-то своих продуктов банковских для, ну, развития каких-то своих потребностей. Без подарков, впрочем, как и без улыбки, не остался ни один ребенок. Бесспорно, в этот день каждый из них стал чуточку богаче на внимание, заботу и любовь.